Всем привет, ребят! Приветствую на канале Видеокидс из 90-х. И сегодня мы с вами продолжаем рубрику Видео ВИЧС. Вспомним детство, голос из времени 90-х. Ребята, кассетки, наши любимые кассетулечки. А сейчас, как обычно, небольшая пауза. Так сказать, отклонимся от темы. С Ютубом сейчас проблемы. Внизу в описании будет ссылочка Рутуб либо Дзен. Подписывайся на какую-нибудь одну из этих площадок, ребят. Ну а сейчас давайте приступим, так сказать, к распаковочку, к вскрытию вот этого пакетика. Ребята, приобретал я его на Авито через 5 пост, но, к сожалению, цена не указана, потому что лежит уже давным-давно. И здесь мы наблюдаем ВИЧС, скорость и крепкий орешек. Первая, вторая, третья часть. Ребят, точно знаю, хорошо помню, что здесь первая, вторая, третья часть. Но не помню, как правильно вырастет, на скольких кассетах она записана. Либо первая, вторая на одной кассете, а третья и скорость на второй кассете, то получится у нас две кассеты. А если первая, вторая, третья и все на разных кассетах, и четвертая у нас получается скорость. Ребят, к сожалению, вот не помню. Но хотелось бы, что было бы, получается, первая, вторая, третья на разных кассетах и скорость тоже на разной кассете. Итого у нас получается 4 кассетки. Но, как мы видим по пакетику, где-то здесь так оно и есть. Скорее всего, так оно и будет. Так что давайте приступаем к вскрытию. Вскроем наш пакетик и, естественно, будем потом тестить. Так, приступаем, ребятки. Предыдущее видео вроде бы как бы всем зашло. Никто ничего не начал писать, что мерцание было. Что на старом телеке ЛТЕшном. Ну, не знаю, ребят, вроде понравилось. Я решил этот видосик тоже сделать на старом телеке. Чтобы, так сказать, полускульнее было. Открываем наш зеленый пакет от 5 пост. Наблюдаем здесь пупырка и картон. Коробка, ребят. Так, это мы в сторонку. Тут у нас все замотано скотчем. Так, скотч, открывайся. Вот с одной стороны хорошо, что хорошо упаковано, а с другой стороны это очень плохо. Скрывать проблематично, так сказать. Ну, блинский. Так. Ну, скотчу-то не пожалел хозяин бывший. Так. Так, достаем нашу коробочку. Ребят, какие-то странные, интересные синие кассеты, ребят. Не помню. Не помню, какие должны быть кассетки. Ну, естественно, имеется в виду, какой фирмы. Так. Блин, давайте вот так вскроем и заморачиваться не будем. А, Сайхан. Или не Сайхан, да. Блинский. И тут все в скотче. Ё-моё. Блин, и тут все в скотче замотано. Так. Так. Блин, коробка интересная такая. Упакована так интересно тоже, блин. Так, опаньки, ребята, полароид. Интересно. Ни хрена себе, ребята, смотрите, даже еще присутствуют оригинальные наклеечки. Шпоник. Офигеть, тут еще и запах женщины. Аль Пачино, мелодрама. А почему мне тогда не указано это было? Странно. Странно, очень странно. Вот такой бонус нас ожидал. Так. Так, и вот у нас получается 3 кассетки еще. Итого у нас получается не 4, а 5 кассеток даже. Ну давайте
приступим к обзорчику кассет. Давайте кофе хлебнем. И первое у нас получается, ребят, не знаю, как правильно, но Сайхан. Супер. Может, не знаю, может, читаю название неправильно, ребят, давайте, напишите мне в комментариях, кто знает, как правильно название кассетки. Кстати, о, оригинальная наклеечка, ребят, но здесь, к сожалению, наклеечки нету. «Крепкий орешек», фильм первый, видеоколлекция, Брюс Уиллис, боевик, студия Best. Супер РД, номер 42. Вот такая, ребят, у нас кассетка. Все в замечательном состоянии. Это у нас получается, да, да, Корея, ребят, Корея. Все замечательно, все чистенько, все аккуратно. «Крепкий орешек». Это у нас получается фильм первый. Здесь у нас «Крепкий орешек», фильм второй. Видеоколлекция, номер 43. Тут у нас номер 42. По ходу дела это из какой-то тоже коллекции. «Крепкий орешек», фильм 2. Ну, блин, ребят, «Крепкий орешек», по сути, идет 2 часа. У нас кассетка, ну, 2 часа, плюс-минус. У нас кассетка Е180, и здесь Е180. Значит, здесь какая-то должна быть дописка. Так, у нас тоже здесь все в идеальном состоянии, но, естественно, не присутствует здесь наклеечек. И здесь тоже нет наклеечек, очень плохо. «Made in Korea». Вот интересно, что же там за дописка, так сказать. Плюс 5 минут, кстати, еще. Опаньки, Коника, ребята, смотрите, Коника тоже с оригинальной наклеечкой сохранилась. Все замечательно. «Крепкий орешек», часть 3, «Возмездие», Брюс Уиллис. Так, Джексон, боевик. Вот, здесь, ребята, указано. Мультфильм. Ультимейт. Какой-то Ultimate Техner, какой-то мультфильм. Студия Best тоже, ребят. Одна и та же запись. Одно и то же. Блин, затроил. Запись сделана на одной и той же студии. Студии Best. И здесь студия Best. Это у нас получается «Крепкий орешек», Коника. Ну, естественно, тут наклеечек на ней нет. Потому что они вот все вот здесь. Чпоньк, вот они. Вот они. Нету их. Коника. Все в идеальном состоянии. Будем надеяться, что запись в таком же идеальном состоянии. Так, Polaroid мы, ребята, оставим на потом. Вот у меня кассетки в коллекции, Polaroid нету. Скорее всего, взял из-за самой кассеты. Это у нас будет на самом последнем включении, на самом последнем обзорчике. Здесь у нас получается то же самое. Сайхан, не знаю, ребята, правильно вообще я читаю или нет. Е180. Скорость. О-хо-хо-хо! Ребят, Пентхаус видео. Студия Best. Ну, здесь наклейка Коника. Здесь указана дописка. Там вот на «Крепком орешке» на первом, втором не указано. Это очень плохо. Номер 162. Студия Best. Скорость. Все у нас соответствует. «Made in Korea». Естественно, перематывать, мне кажется, ничего не надо, протирать не надо, все в идеальном состоянии. И вот такой у нас, ребята, Polaroid HQ High Quality видеокассет. Высокое качество, ребята, означает HQ White Quality. Высокое качество пленочки. Polaroid Е180. Ну, ребят, 258 чего? Метров, скорее всего. Потому что Е180 и 258 метров пленки. И здесь у нас получается «Запах женщины», видеоколлекция. «Запах женщины», Аль Пачино, мелодрама. Номер 73. Тоже получается той же студии, да, студия Best. Потому что у нас, смотрите, одна и та же пчелочка. Ну, не знаю, кассетки вообще в идеальном состоянии. Здесь у нас получается наклейка. Не знаю. Хотя наклейка от такой же кассеты. Тоже, видите, там присутствует надпись Polaroid. Интересная кассета, ребят. Вот такой у нас Polaroid. Не знаю, ребят, какого он года выпуска. Сейчас посмотрим, может, на кассете указано. Хотя навряд ли.
Ну вообще, вот это круто, когда вот такие наклеечки сохраняются. И когда все в идеальном состоянии, так сказать. Так, Polaroid у нас. Корея. Ну, год, к сожалению, здесь не указан. Корейский Polaroid получается. Не знаю, ребят, чья это фирма. Ну, Корея, либо Япония. Ну, как мы видим, что здесь указано Корея. Все Корея. Сейчас, ребят, это все надо нам перемотать. Ну, естественно, здесь перематывать не надо. Это у нас будет на самом последнем включении. Ну, так сказать, самая последняя кассетка. А там пойдем по списку. Первый, второй, третий крепкий орешек. Потом скорость. Блин, ну давай, доставайся. И потом только у нас будет запах женщины Polaroid. Да ё-моё, что там застряло-то? Это мы в стороночку. Так, скорость перемотать надо, да. Сейчас что надо перематываем. Протерем, пока все будет перематываться. И будем включать. Ну так, перемоточка у нас прошла успешно. Без всяких косяков, ребят. Сейчас мы будем все с вами тестить и включать. Все пойдет вот так вот у нас будет. Крепкий орешек. Первый, второй, третий, потом скорость, и потом Polaroid, Аль Пачино, запах женщины. Ну, ребят, повторяюсь еще раз, с Ютубом сейчас проблемы. Так что внизу в описании будет ссылочка, переходим по ссылочке и подписываемся на другие площадки, либо Дзен, либо Рутуб. Ну все, сейчас давайте усаживаемся поудобней, и мы с вами окунемся в эпоху, так сказать, 90-х. И будем включать кассетки, ребятки, чувствуйте, как пахнет ими. Так, крепкий орешек, фильм первый у нас получается. Погасим свет, чтобы по минимуму мерцания было, и вставляем кассетулечку. Брюс Уиллис. Вы не любите летать, да? Ну, честно говоря, давно не летал. Хотите знать секрет, как выживать после перелетов? Когда приедете домой, снимите ботинки, носки и ходите по коврику в ванне, сжимая пальцы ног в кулаки. Да, но поверьте мне, я уже 9 лет это делаю, это помогает. Это лучше, чем душ и чашечка кофе. Ну ладно. Ничего, я полицейский, не волнуйтесь. Поверьте мне, этим занимаюсь уже 11 лет. Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Желаем вам счастливого Рождества. Неистребимый, ребят. Вот такое у нас название. Если не ошибаюсь, то в переводе Гаврилова. Гаврилов перевел так его. Ну, если, ребят, есть, я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, напишите в комментариях. Dear Heart, неистребимый. Ну, другое название — крепкий орешек. А сейчас давайте перемотаем. У нас же тут получается кассета трехчасовочка. А фильм два с небольшим часа идет. Два часика с небольшим перемотаем и посмотрим, что у нас там дальше. Ну, по-любому должна быть какая-нибудь дописка. Так, 2.07, ребят, конец фильма.
Опаньки, 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 ребят. Том и Джерри. Сейчас YouTube нам подрежет их. Не знаю почему, но YouTube всегда режет Том и Джерри. Видим, что у нас дописка получается Том и Джерри. Кстати, роли у нас не до конца были. Вот это вот тоже небольшая печалька. Вот, ребят, мне не нравится так хотя бы, чтоб роли были хотя бы до половинки, когда уже черный экран. Еще как-то можно роли подрезать, но не практически сразу. Но здесь у нас Том и Джерри, ребят. Мотаем для того, чтобы YouTube не подрезал. Не знаю, с чем это связано, но YouTube почему-то любит резать ролики о Том и Джерри. Том и Джерри, ребят. Следующий у нас получается «Крепкий орешек», фильм второй. Ребят, тоже не указано, какая здесь дописка. Но будем думать, что тоже какие-нибудь мультяшки присутствуют. Опять неистребимый. Эй, стойте, подождите. Я здесь, все в порядке. Опускайте. Да, конечно, когда штраф заплатят, ты на тебя будешь обращать внимание на знаки. Да вы не понимаете, я приехал жену встретить. Ладно, заплатишь $40, получишь машину. Нет, не пиши, ну слушай, ну это машина теща, она так меня ждет за то, что я не дантист. Я полицейский в Лос-Анджелесе, слушай, мы же коллеги. Я даже там был в Лос-Анджелесе, мне очень не понравилось. Да, поймите меня, осторожней, там бамперши, черт. Слушай, ну перестань, а? Ну, ребят, замечательно, что могу сказать, замечательно, запись в хорошем состоянии, кассеты тоже в хорошем состоянии, еще бы вспомнить цену, хотя можно на Авито залезть и посмотреть свои покупки, за сколько я их купил и сколько мне обошлись. Ну, ребят, уже замечательно, все радует. Ну, почему неистребимый, хотя я привык к названию «Крепкий орешек». Если я не ошибаюсь, то переводчик говорил, может, так сказать, более-менее правильное название Die Hard, то есть неистребимый, а не как мы привыкли, крепкий орешек. Давайте мотаем 2 часика не с небольшими, посмотрим, что у нас там дальше. Какая-нибудь дописочка тоже должна быть. Так, 1:57, ребят. Мотаем. И у нас опять Том и Джерри. Ну не опять, ребята, вообще замечательно, что Том и Джерри, но, к сожалению, я вам показать их не могу. Потому что YouTube любит резать Том и Джерри. Там якобы какие-то авторские права. И это очень страшно. Не знаю, ребят. Другие мультики спокойно можно показывать. А вот именно Том и Джерри нельзя никак. Сколько раз пытался, делал включение. И YouTube почему-то подрезал. И вот именно Том и Джерри. Ну, видим, что у нас дописка тоже присутствует. Замечательно. Том и Джерри, как бы сказать, в хорошем состоянии. В состоянии записи, так сказать. Том и Джерри, тут уже с псом. Ну, ребят, вообще замечательно. Уже мне все нравится. Так сказать, покупочка удалась. Давайте, сейчас у нас будет «Крепкий орешек», фильм третий. Так, «Коника», «Крепкий орешек», фильм третий. Ну, ребят, неистребимый, скорее всего. Такое будет название в переводе Гаврилова. Уже присутствует, указана дописочка. Ну давай, фокусируйся. Так, мультфильм. Так, здесь уже другая кинокомпания. Да? «Крепкий орешек». Фильм третий. «Возмездие». А вот здесь у нас «Крепкий орешек». Фильм третий. «Возмездие». Неистребимый. Неистребимый.
на распродаже перед началом учебного года. Ну вот такая, ребята, у нас запись. Не знаю, как, что это за запись, но мне кажется, вот эта запись намного хуже, чем первая, вторая часть. Здесь такое, так сказать, не соответствует цветов, мне кажется. Но это на мой взгляд, не, ребят, не знаю, как вам через телефон передаться, но такое у меня видение. То есть почему-то вот жалюзи отдают зеленый. Инспектор Коп, не сейчас. Берцев, дорожная полиция. До 3 часов нужно очистить улицы, иначе пробки будут... Ладно, мотаем. Там у нас должна быть дописка, какой-то мультфильм, и посмотрим, что за мультик. Ну, как уже видим, что уже все соответствует. Ну, вот так вот, ребят. Все, к сожалению, хорошо. Но, естественно, так сказать, больше эмоций, так сказать, впечатления дарят кассетки с это... с барахолочки, потому что когда берешь кассетки на барахолочке, все продавцы там, о, там одно, все круто, все замечательно, все, что написано, то и записано. Включаешь там какой-нибудь Rainbow 3, а там по факту какой-нибудь АСВ эротика. Вот там вот эмоции, так эмоции. А здесь, ребят, уже раз было куплено, уже, видать, заранее было обговорено с продавцом, что здесь именно такие же фильмы, в каком состоянии, ну, естественно, я спрашивал у него. Просто уже это лежит давно, уже не помню. По кассеткам, сколько было, даже вот запах женщины, я не помню, что там лежало. Как вы видели, что было указано скорости и крепкий орешек, первая, вторая, третья часть. Видать, запах женщины взял просто из-за кассеты в довесок, потому что кассета Polaroid. Ну и, естественно, ребят, скоро, надеюсь, что мы дойдем до кассеток с барахолочки, 2 пакета, и там вот будет самое все интересное. И, кстати, ребят, да, у меня еще есть коробочка с кассетами. Тоже покупал у женщины, просто было вообще по дешевой цене. Увидел то, что меня интересует и то, что мне интересно, взял и не спрашивал, что и какая запись, потому что женщина, так как понимаю, ну, не на чем ее проверить, не понимает и не знает. Думаю, тоже там будет море впечатлений, так сказать. Давайте, погнали, следующая у нас должна быть скорость. Ой, какая скорость, перематываем, и там у нас должна быть дописка с мультфильмом. Так, 1:59 практически, ребят, 2 часа. Мотаем. Чего? Какое-то аниме, что ли? Весна 1988 года. В натуре. Брачное агентство. Я уверена, что маленький скоро даст о себе знать. Ребята, закройте вход. XZ еще не закрыт, нет, пока что еще нет, сэр. Это просто означает самую большую катастрофу в истории человечества. Лучшие научные мозги в мире слишком далеко шли в своих амбициях, значит, они слишком далеко ушли в этот раз. Что? Это означает, что у нас нет выбора, как только мы нет, мы не можем это сделать, если знаете, блин, то здесь мир узнает о том, что это... Ребят, вот такое название у мультика. Профессор Камида, бюро ФАС, синий брак на самом деле в высоко секретной лаборатории по производству научных экспериментов. Верховный наставник, ультимейт, да, какой-то. Верховный наставник, ребята, мультфильм. 1991 год. Пригород Токио. Ну, ребят, аниме. Неинтересно. Лучше бы, конечно, были Том и Джерри. Либо Дональд Дак, что-нибудь подобное. Ну и какой-нибудь диснеевский мультфильм. Так, выключаем. Так, и следующая у нас получается скорость.
Сандра Буллок, и у нас тут получается дописочка Пентхаус Видео. Пентхаус Видео. О, узкий экран. Фильм продюсера Марка Гордона. Да. В главных ролях Кино Ривз, Деннис Хоппер, Сандра Буллок. Давайте мотанем чуток. Ну, ребят, если не ошибаюсь, у нас Гаврилов опять в переводе говорил, замечательно. И видим, что картинка стала больше. Качество записи хорошее. Но, ребят, что могу сказать, как по мне, Катя, фильм «Скорость» намного лучше, чем вторая часть «Скорость 2». Не знаю, ребят. Это мое впечатление. Так что пишите, делитесь впечатлениями в комментариях. Но по мне, большая часть, первая часть намного лучше и интереснее, так сказать. Ну вот, наверное, и все. Все очень хорошо поработали. Мне очень понравилось. Я действительно очень доволен. Поздравляю. Ну, как видим, что все соответствует. Сейчас давайте мотанем примерно около 2 часиков и посмотрим, что же там за Пентхаус Видео. Так, ребятулечки, 1:52 намотали, и что-то мне подсказало. Остановись, хватит мотать, 1:52, ребят. Сейчас посмотрим, что у нас там за Пентхаус Видео будет. Мне аж самому интересно до жути. Так. Вот, да. Оно самое, ребят. Видео для взрослых. Но когда-то мы были в это время детьми, блин. И нам нельзя было это смотреть. Так. О, май гад, ребят. Ой, май гад. Самое главное, чтобы YouTube не подрезал. Но, ребята, да, уже все соответствует описанию, как положено. Пентхаус Видео. Вот они, красотки наши. Интересно, сколько им сейчас уже лет? Сейчас уже, наверное, они бабушки в преклонном возрасте. Ну да, все, ребят, соответствует, все замечательно. Но самое главное, чтобы YouTube не зарезал и не подрезал. Так, давайте остановимся над этим. И как раз здесь конец. Хорош, ребят. Полароид будет, запах женщины. Аль Пачино, полароидик, такая вот замечательная кассетка, это у нас последняя кассетка в этом включении, запах женщины. Не знаю, сколько этот фильм идет, но надеюсь, что в конце тоже что-нибудь, какая-нибудь дописка будет. Universal.
Universal Pictures представляет... О-о-о, ребята, Володарский. Производство City Light Films. А, вообще круто, блядь. Но... В главной роли Эл Пачино. Вообще, ребят, аж мурашки такие. Ну, блядь, зачетный запах перевод. Запах женщины. Запах женщины. С Володарским, ребята. Охеренно вообще, блядь. Также снимались Крис О'Доннелл. Но, к сожалению, уже его нет в живых. Джеймс Рэбхорн, Габриэль Анвар. Вот самые такие вот зачетные мои Рейчер, переводчики Рейчер, из детства, насколько Рейчер, я сейчас Рейчер, понимаю, ребят, по слуху своего воспоминания, так как это Володарский, Гаврилов и Михалев. Вот эти первые, так сказать, первые мои впечатления. В их переводе я увидел иностранные фильмы, там Безумный Макс, Киборг-убийца, Хищник, Рэмбо, Изо всех сил, блин, Кобра. Вот, ребята, вот эти фильмы из детства, они же за душу берут. Но Запах женщины тоже будет интересно посмотреть, особенно в переводе Володарского. Монтаж Уильям Стайнкам, Майкл Троник. Давайте мотанем. Ну, вообще, крутяк вообще полный. Одним из членов семьи. Не надо! Не надо этого делать! Слушай, я тебя прошу, не доставай меня! Боже мой! Ты посмотри только! Ягуар! Боже мой! Ну это просто непристойно! Омерзительно! Я не верю своим глазам! Неужели ему дали эту машину? Ну какое жалкое зрелище. Серьезно. Ну кто же ему дал этот ягуар? Доброе утро, сэр. Мистер Треск. Ну вот, ребята, у нас вот такой запах женщины с Володарским, в переводе Володарского. Давайте два часика намотаем и посмотрим. Возможно, будет присутствовать какая-нибудь дописочка. Может, сам фильм идет два часа с лишним. Так, 2.35 намотали. Давайте мотанем. О, ребят, тут у нас клипы. Как его, Мулен Фармен или Мулен Фармер? Что-то такое, ребята, клипы из 90-х. Сейчас YouTube опять зарежет. Ну, ребята, клипы уже круто. Француженка. По итогу получается у нас где-то минут... Да? Мулен Фармер. По итогу у нас получается 20 с небольшим минут клипов. Замечательно. Вот интересно, какие будут дальше клипы. Либо Мулен Фармен, либо одно и то же, либо что-то другое. Ну, так сказать, солянка, сборник. Давайте мотанем, сейчас посмотрим, что там дальше. Ну, ребят, мотаем для того, чтобы YouTube не подрезал. Да, Мулен Фармен, Фармер. Клип, ребят. Мулен Фармен. Как правильно, не знаю. Ну, вроде так. Ага, клипы, ребят, замечательно. Все, вырубаем. Ну вот, ребят, видосик наш подошел к концу за счет кассетки Polaroid, в основном, так сказать. Мы с вами окунулись, так сказать, в эпоху 90-х, ребят, аж запахло ими, аж мурашки побежали. А, ребят, с Володарским это вообще зачет, впечатление, буря эмоций, так сказать. Гаврилов тоже, естественно, хорошо, но не знаю, ребят. Аж Володарского услышал, у меня аж мурашки побежали. Вот такое у нас сегодня было пополнение коллекции. Скорее всего, видосик так и будет называться. Окунемся в эпоху 90-х. Типа, что-нибудь подобное. Что-нибудь такое подобное. Ну, а сейчас, ребятки, с Ютубом у нас проблемы. Так что внизу в описании, если не забуду, будет ссылочка.
переходим и подписываемся на другие площадки. Либо Рутуб, либо Дзен. Но пока, ребята, Ютуб работает, все видосы будут заливаться на Ютуб, так сказать, через костыли, через палки, через VPN, каким-нибудь образом. А все остальное уже потом будет дублироваться. Ну вот, наше видео подошло к концу. Скорее всего, такое название и будет. Так сказать, окунемся в эпоху 90-х. Видео ВЧС. Окунемся в эпоху 90-х. Ну, типа, чем-нибудь такого. Ну, не знаю, ребят, как по мне, мне понравилась вот эта распаковочка. Особенно кассетка Polaroid, у меня такой в коллекции нет. Еще запах женщины, еще с Володарским, это вообще так куча впечатлений. Ну вот, всем пока, до новых встреч. Game over.